Уважаемые друзья, зрители моего канала, приветствую вас с ярмарки город Кропоткин, улица Речная, 6. Ярмарка проходит каждое воскресенье. Оговорился. Ярмарка проходит каждое последнее воскресенье месяца. Город Кропоткин, Краснодарский край, улица Речная, 6. Сейчас посмотрим обзор попугаев, канарей, голубей, курочки, уточки. Пойдемте посмотрим ассортимент. Смотрим ассортимент. Что сегодня? Февраль. Большой выбор клеток, как всегда. Почем у вас волнистые? 450 рублей. Малышня, видите, какая красивая. Идем дальше. Такие зайцы. Красавицы, голуби. Которые это самые пушистые, такой маленький. Давай певчий молодежь. Вот самец поярче, самочка менее яркая. Видите, какая краска, чтобы незаметно было в дикой природе. В какую цену такие красавцы? 8. Половинку просим. Так, а здесь вот вы видите, певчие есть белые, природники. Попугайчики-неразлучники. Неразлучники, потому что так называется порода. А на самом деле живут по одному прекрасно. Зебровая мадинка. Это голуби. Такие вот петушки сегодня у нас тут на выставке ярмарки. Здесь дружные кокарики, розелы. Вот красная голова розела. Кокарик прибежал, видите, зеленый красавчик. 250. Вот за съемку 250. Раз вы сфоткали, уже 400, брат. Здесь есть молодая ожерелевая самочка. Номер телефона продиктуете? 8 918 16 16 16 16 369 369. Звоните. С удовольствием вам ее доставят. Да нет, козлы иди. Что надо сказать? Привет передавать будешь? Привет передаю. Откуда приехали? Всем подписчикам с Армавира передаю привет. С Армавира, спасибо. Да. Это фиаско, братан. Смотри. Одно лицо, да? Лёша, ты мне вспомнишь эту фотку. А почем такая скотина? Братан, ну это не продается. А, не продается? На выставку а просто, да? Все, понял. Спасибо. Неразлучники, молодежь. Вот они спят, малышня. Покушали. Сегодня большой выбор зебровых хамадин. Японских хамадин пока не находим. Большой выбор красавчиков, неразлучников и волнистых попугаев. Классика нашего рынка. Пользуясь случаем, хочу передать привет Александру из Колонны. Большой привет, здоровья, хорошего настроения. В новом году успехов в разведении канареек, попугаев. Друзья, кого интересуют гнезда для канареек, щеглов, чижей, снегирей, баурок, можете заказать. Заказ можно сделать по номеру телефона 8-928-231-6107. Звоните на WhatsApp, пишите. Есть гнезда с джута, есть гнезда из нейлона разного окраса. Почтой вышлем, все обсудим по телефону. Помимо чудесных гнезд, ну реально хорошие гнезда, сделанные из джута, также есть хорошие переноски.
Таким образом открывается птица и закрывается. И птица едет хорошо. Также можно сюда поставить поилку. Сюда очень удобно вставляется поилка. Ваша птичка едет с водичкой, с кормом. Очень хорошо доезжает в любую точку. Сегодня тут красивые певчие попугаи. Вот вы видите сейчас самец. Самец поярче, самочка менее яркий окрас. Вот это самка, вот это самец. Карела нимфа, молодежь. Вот такие хорошие, спокойные птицы. Кто просил не разлучников, вот, пожалуйста. Розовощеки. Это неразлучник масковый черный. Рядышком неразлучник желтый, он же банан розовощекий. А это горный попугай. Самец и самочка, по-моему, да? Здесь розелла пестрая, розелла красная. Красавцы. Давай, давай, что? Что ты мир? Сюда надо оплату сделать за видео. Друзья, голуби. Снова красивые, милые, добрые. Кролики, малышня, красавцы. Саша, сколько сказали вам? 1000. Задумался. Да мне приносит. Тут немножко молодежь карелы. Не, ну чтоб цена, говорю, птица красивая. Ну, это вот два взрослых хозяина, говорит. Остальные молодые. Вот эти взрослые вот. Хорошо, они будут молодые. Еще вот певчие красивые сегодня тоже. Тоже, видите, самец поярче, самочка побледнее. Сейчас пойдем с другой стороны посмотрим. Друзья, желающие поддержать канал финансовым образом, можете сделать перевод по номеру телефона 8-928-231-6107. Карта привязана к Сбербанк. Снова малыши красивые. А это постарше девчонки. Канарейки, самцы. Молодые подростки. Уже распетые, хозяин говорит. Вот такие самочки. Нет, это самцы сегодня у нас. Канареек мало, но есть. Что это у вас за порода? Кахинхин карликовый. Кахинхин карликовый. Сколько стоит? 700. 700 рублей, да? Хорошим людям скидки есть? Обязательно. Все, для хороших людей будет скидка. Приезжайте. Вот, видите как. Здесь вот молодые карелы. Это молодежь у вас, да? Да, молодежь. 23-го года. Вот визиточка. Вот по поводу кроликов можете обращаться. Новозеландская белая, французский баран. Новозеландская белая, сейчас французского барана покажу еще. Возможен достав. Это французский баран, да? Да, да. Вот такие они, зайцы. Кто-то гладит. Они так уже...
Почем монахи? 10 тысяч голова, да? Да. А здесь самец-самка или еще непонятно? Нет, самец-самка. Самец-самка, уже понятно. Птички разногнездки. Ясненько. Розелла пенантовая, смотрите, вот это вот годовалый самец, вот малышня, вот так выглядит. Малыши зеленые, затем они начинают так линять, и в год превращаются, ну в год-полтора превращаются вот такой окрас красивый, набирают. Розелла пенантовая красная. Друзья, перед нами волнистый попугай радужный, который каждую линьку меняет окрас, как Серёга. Радуга, потому и называется радужный. Серёж, на минуту отключись. Сейчас в Питере посмотрят. Как порода называется, скажите вот это. Патагонский попугай. Патагонский попугай. Это краснокрылый, половозрелый. Сейчас покажу краснокрылого. И он, Юра, пусть и отошлет. Взял. Девочка тусклая, встает зеленая. Краснокрылый, да? Он же королевский? Королевский это другой. Ага, другой. Краснокрылый, друзья, перед нами сегодня. Красавчик. Соломенная розелла. Это как порода называется? Соломенная розелла? Да, это соломенная. Друзья, курочки. Большой выбор, ассортимент. На центральном рынке продают. Вот такие вот голуби. Красавцы. А вот там, смотрите, между ними карликовый петушок. Вот он. В свободном полете. Да. Чтобы это Еремину, чтобы он смотрел. Не, он Сереге Еремину привет. А, Сереге, ты сказал Еремину привет? Да, Сереге Еремину привет. Вот, вот, правильно. Вот такие мальчишки. Он будет смотреть, я сейчас скидывать видео. А что за порода такая голубей эта белая? Римские. Римские. Крупные, красивые. Кто спрашивал индоуток? Вот, пожалуйста, друзья, индоутки. Какую цену вашей утки? 350 оптовая. 350 оптовая цена. Розничная будет чуть другая. Приезжайте за утками в марте на том же месте. Друзья, сегодня красивые волнистые, это именно крупные. Сейчас покажу вам. Видите, какие красивые бусы у них, лбы побольше. И сами они красивые, крупнее. Это значит скрещенный обычный волнистый и волнистый выставочный. Получился вот такой вот полукровка. Номер телефона заводчика. Продиктуйте мне свой номер. 8-988-449-647-62. Зовут Миша. Обращайтесь. Сейчас молодежь еще есть. Друзья, все, ну, конечно, хорошо, но пора возвращаться домой. Дома канарейки, попугаи ждут. Скоро птенцы должны появиться. Гнезда начнем ставить в новом сезоне, откроем сезон размножения. Кто-то уже открыл, я еще не открывал. Все впереди. До скорой встречи на моем канале. Обязательно подпишитесь, поделитесь этим видео с друзьями, знакомыми. Тем самым вы внесете хороший вклад в развитие моего канала. Все, всем пока, до скорой встречи.